партнеры. Значит, что я хочу сказать. Сегодня я дала сейчас пошаговую инструкцию, что загружать для всех одинаково. Нет больше никаких других вправо-влево вариаций. Почему? Потому что для нас очень сложный процесс верификации. Мы видим, что очень сложно проходит все. Почему? У нас отличается формат подтверждения адреса. Уже очень много в Европе, Латинская Америка, у всех, у кого формат совпадает, у них подтверждения прошли. У нас нет документов, которые в нормальном порядке мы можем предоставить справку об услугах, оплаты услуг, трехмесячной давности максимум. Поэтому вот этот формат, который программисты сегодня согласились, вот с этим форматом, он един для всех. Кто грузил, не грузил, лучше обновить и заново сделать. Потому что все в общем порядке очереди. На сегодняшний день никто никого не ускоряет и не ускорит, потому что повторов и неправильной загрузки было много, не только у нас. И мы только удлиняем очередь. С понедельника начинает работать автомат вот в этой форме. Будет все быстрее, 3 дня будет. Но сегодня еще в ручном режиме. Именно потому, что нечитаемые алфавиты, невозможно разобрать наши документы, вот все сложно. При этом, пожалуйста, всем говорите, не заставляйте поддержку 5 раз делать одну и ту же работу. Всех заставьте проверить свои зарегистрированные данные в профиле ID Identification Back Office. Пожалуйста, должны соответствовать документы, шаг номер 1, паспорт. Если там у вас другой документ зарегистрирован, то измените вначале там, а потом верифицируйте Umbrella. Адрес какой стоит и какой вы будете верифицировать. Неважно прописка, где вы себе, на какой адрес вы возьмете справку из банка, вот, пожалуйста, этот адрес должен у вас стоять в бэк-офисе, в профиле. Пожалуйста, проверьте вначале все свои данные. Мы согласовали, мы упросили поддержку дать еще варианты через обычную загрузку документов. Я об этом говорила неделю назад. Но мы сами себе усложнили работу. Была одна версия всего загрузки документов. Сейчас они разрешили менять, разрешили это все делать. Мы это делаем и меняем. Но, пожалуйста, сразу сами проверьте и загрузите вот по этой форме, которую сегодня дала. Программисты приняли форму селфи с любой справкой на русском, не на русском языке. Любая справка, которую вы добудете, подтверждающую адрес, оригинал, синей печатью. Это шаг номер 3. И селфи с форматом А4, где прописаны латинскими буквами имя, фамилия, которые зарегистрированы, должны совпадать все буквы, как в паспорте, если это заграничный паспорт. Если у вас паспорт российский, такой тоже проходит. То тем более, как вы регистрировались, вы же в бэк-офисе только латинскими буквами регистрировались, вот должны совпадать все буквы. И адрес в латинском шрифте прописан, какой у вас стоит в справке. Справка у вас дана, если это Альфа-банк на английском языке, замечательно, с ней делаете селфи. С этой справкой, без А4. И отдельно ее загружаете потом в пункте номер 4, в пункте номер 3. Все, пожалуйста, 3 пункта. Второй – селфи в любом виде. Либо это справка на английском языке. Если справка на русском языке, не нужно с ней делать селфи. Делайте А4 и прописывайте все, печатая на компьютере, не руками. Далее. Я не верила. Мне, когда Алина вчера отписала, я все эти дни пыталась добиться единой формы, потому что понимаю, что у нас ничего ни у кого не проходит. Когда она мне предоставила сегодня, показала, какое количество было отправлено селфи с документами. Я ни в одном пункте не писала, что необходимо делать селфи с паспортом либо с документом. Зачем вы это делаете? Пожалуйста, научите всех делать правильно. Да, в других компаниях селфи делают с паспортом. Это КИС-2. Это, видимо, у нас тоже эта функция будет, когда к Umbrella привяжут, видимо, я еще раз говорю, это мое мнение, потому что все биржи это проходит. Когда к Umbrella привяжут фиатные деньги, вывод, тогда нужно будет ужесточенную верификацию проходить с документом. Но в нашей ситуации нам просто пошли навстречу. Нечитаемый славянский алфавит, наша кириллица, необходимо прописать адрес. Вот поэтому селфи с форматом А4, где это все прописано. Пожалуйста, очень четко передавайте в свои структуры. Только, пожалуйста, не нужно просто пересылать это аудио. Выдавайте пояснение, каждый в своем чате. Вы же знаете своих лидеров. Давайте пояснение, разъяснение по каждому пункту. Global Star Club.
Возможности безграничны.